Всем привет, дорогие друзья, с вами Шали, и это новая часть Лобинска, четвертая. И как вы видите, я построил это желтое здание с моим другом Лепесток. Ссылка на его канал будет в описании. А также я улучшил мою. Да, только на втором этаже ничего нету. Да это вроде бы все, кроме удлинения этой дороги. Туда подальше, еще не до конца сделал. И появление вот этой новой дороги. И я считаю, что нужно тут уже в мэй поставить флаг. И вот почему я поставил только что эту штуку. Да, только что. Во-первых, нужен столб. Так, столб есть. А вот насчет флага я не знаю. Я предлагаю, чтобы все люди, которые посмотрели, ну, зрители, это видео мне в ВК прислали флаг, который можно было бы тут поставить. Напишите. Миша, вот тебе флаг, и флаг дайте. Или как-нибудь по-другому. Ну, главное, что флаг был. Самый лучший флаг я, как мне покажется, я поставлю сюда. Ссылку на его ВК будет в описании. Мой ВК, если что, будет в описании. Всем удачи, всем пока.